такси. Стой! Там женщина подарка лежит. Живая? Была живая. Мертвую не повезу. Садись. Больницу ее надо. А вы знаете, где больница? Нет. Тогда в милицию повезем. Состояние тяжелое. Ранение головы. Побыстрее, пожалуйста. Сейчас приедет скорая. Петь. Что с пострадавшей случилось? Не знаю. Мы шли с последнего сеанса, гуляли. Вдруг слышим, кто-то стонет. Подаркой видим, она лежит без памяти. Так, где это было? В Клушином переулке. Я с ней осталась, а Костя за машиной побежал. Вы меня слышите? Вы говорить можете? Могу. Что с вами произошло? Шофер. Я ехала в такси, молотком стукнул. Шофер такси? Да, шофер. Вещи взял, чемодан, деньги. Спасибо, им спасли. Ну, не дурак ли таксист? Грабить вздумал. Ведь как миленького поймаем. Я так считаю. А вы как, Сергей Петрович? Почему это всегда ночью грабят? Выспаться не дадут. Да. Здравствуйте, товарищ. А ты, я вижу, Поздняков без происшествия обойтись не можешь. Виноват, товарищ следователь. Вот эти студенты пострадавшие нашли. Наряд давно послан. А вы что ж? Раненых надо в больницу везти, а не в милицию. Мы так и хотели. Водитель отказался поехать. А где же он сам? Он сразу уехал. Хорош, гусь. Кто из оперативников со мной будет? Бабин. И вы, ребята, поедете с нами. Как я понимаю, других свидетелей нет. Домой позвоните, чтобы не беспокоились. Здравия желаю, товарищ майор. Ну что, опять будем в одной упряжке, Алексей? Поехали. Надо опередить дворников, а то все следы заметут. Рано еще. Они подметать начнут, когда народ пойдет. Ну да, иначе кто же будет пыль глотать? Ну, ты говоришь, какой переулок? Клушин. Вот здесь все. Ну и почерк у тебя, Поздняков, специально для Шерлока Холмса. Ну, давайте я сам прочту. Укладова Галина Семеновна из Магадана, инженер по технике безопасности. По путевке ехала отдыхать в санаторий. По дороге на юг решила остановиться дня на два в Москве. На Казанском вокзале Укладова взяла такси и попросила отвезти ее в какую-нибудь гостиницу. По дороге она рассказала водителю, что едет из Магадана на Черное море. Шофер якобы рассмеялся. Кто из Магадана, у тех денег чемоданы. Затем в каком-то темном переулке он остановил машину и велел Укладовой выйти. Она отказалась. Тогда он стал вытаскивать ее силой и, вытащив, ударил молотком по голове.
Дальнейшего она не помнит. Товарищ следователь, старший сержант Лебеденко осуществляет охрану места происшествия. О понятых позаботься. Нужны понятые. Где вы ее нашли? А, вот там. А вот туда не надо, молодой человек. Понимаю, чтобы следы преступника не затоптать. Да. Сергей Петрович, на минуточку. Думаешь, кровь? Вот здесь он ее выбросил из машины. Вот еще следы. И еще... На стене кровь. А ведь это следы пальцев. Она, вероятно, здесь прикоснулась рукой. А может быть, он. Откуда у таксиста кровь? А испачкался, пока тащил раненую. Может быть, нам повезло, и он оставил нам свою визитную карточку? Дактилоскопии будете применять? О, вы, оказывается, не лыком шиты. Братья Вайнеров читаете, да? Сергей Петрович. Да. Кровь и какие-то свежие полосы на стене. Ну-ка, ну-ка. А ты знаешь, похоже, что человек стоял, опершись спиной или плечом, а потом сполз вниз. Укладыва. Могла стереть, когда падала. Ты думаешь, она сама сюда добралась? Почему? Таксист притащил, бросил. Она попыталась подняться и упала. Сережа, посвети-ка. Дай-ка. Интересно. Молодой человек, покажите свои подметки. Нет, это не ваш след. А может, это след преступника? А может, и того водителя, с которым вывезли раненую. Вот он уехал, а теперь гадай. Володь, дай портфель мой. Забрай все это хозяйство на Петровку и попроси их сделать экспертизу побыстрее. И выясни, Алеш, не было ли за последние дни случаев угона такси? Вы думаете, ограбил не таксист? Да ничего я пока не думаю. Приезжай в больницу, я там буду. Повреждений черепа нет. У больной все признаки сотрясения мозга. Она жалуется на тошноту, рвоту, головную боль. Прошу вас. Ранение было нанесено ударом тупого орудия, в результате чего раненая потеряла много крови. В момент нанесения удара она, вероятно, успела отклонить голову, поэтому удар получился скользящим. А если б не успела? Тогда вряд ли бы ее довезли. Кроме раны, нет других следов насилия? С раненой срывали часы, и вот здесь, на запястье, у нее ссадина. Ясно. Пока она спит, мне бы хотелось осмотреть ее вещи. Валя. Да-да. Проводи товарища в камеру хранения. 35 копеек. Железнодорожный билет. Владивосток, Москва. Нитки не перетерлись, а явно оборвана. И оборвана недавно. Концы еще не разлохматились. Возможно, пуговица оторвалась, когда укладыва боролась с шофером. И осталась в машине. А может быть, она оторвалась еще в поезде. Больные проснулись. Вы можете поговорить с укладовой? Я передам. Только, пожалуйста, недолго. Хорошо. Московское время 7 часов 5 минут. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Семеновна, к вам пришли.
Здравствуйте. Я следователь по вашему делу, Сергей Петрович Митин. Я хочу поговорить с вами. Негостеприимно вас Москва встретила. Москва тут ни при чем. Плохие люди везде есть. Может быть, нужно сообщить вашим родным о том, что с вами произошло? В прошлом году мой муж умер. А детей у меня нет. Простите. Вы можете рассказать, что с вами ночью произошло? У меня к вам просьба. Да? Нам нужно отпечатки пальцев укладывай. А вы что, ее подозреваете? Ни в коем случае. Просто, когда мы задержим грабителя, у него могут оказаться вещи с отпечатками укладывай. Ну, там, зеркальце, часы, пудреница. Угу. Мы, конечно, могли бы попросить укладову дать отпечатки, но, знаете, обидится, начнет нервничать. К этому очень многие относятся с предубеждением. Да, пожалуй, мне бы это тоже не понравилось. Ну, вот видите. Пусть няня или сестра даст укладовые лекарства в мензурке, на тарелочке или на подносе, и к мензурке не прикасается. Вы не помните номер машины? Нет. А цвет? Обыкновенный. Хотя, погодите, насчет номера. Последние цифры 37. Почему вы запомнили только последние цифры? Действительно, почему? Так остальные цифры номера были завешаны тряпкой. Какой номер вы имеете в виду? Ну, тот номер, который на щитке правее водителя. Откуда там тряпка? А когда я садилась, водитель протирал стекло, а потом тряпку бросил на щиток. Прямо перед вами? Я же села с чемоданом сзади. Выпейте, пожалуйста, микстуру. Значит, тряпка случайно свесилась на номер и прикрыла его? Да. А может быть, не случайно? Ну, хитрюга. Значит, по-вашему, он специально положил тряпку, чтобы я не заметила номер. А вы бы узнали водителя, если бы случайно встретили его? Еще бы. Он как живой перед глазами. Молотком замахнулся, запомнишь. А во что он был одет? В чем-то темном. Не то в пиджаке, не то в куртке. Фуражка с этим вот, со значком. Крепкий, среднего роста. Лет 30, не больше. Особые приметы какие-нибудь есть? Что значит особые? Ну, например, родинка, усы, шрам на лице, например. Нет, усов у него нет. Да вот еще. Мне показалось, что он простуженный. Почему вы так решили? У него горло было обвязано. Бинтом? Может быть, бинтом, может быть, платком. Я не разглядела. Вот бандюга. Вещи жалко, деньги. Сколько у вас было денег? В чемодане 700 рублей, а в сумочке около 100. А мог он почему-либо подумать, что у вас с собой более крупная сумма? Припомните, о чем вы с ним говорили? Да ни о чем таком. Правда, я поинтересовалась, трудно ли машину в Москве купить. Меня товарищи просили узнать. А он, наверное, подумал, что у меня с собой деньги на машину. Дурак. Самое главное, паспорт украл. Путевку. Насчет паспорта не беспокойтесь. Выдадим справку, что паспорт похищен, получите новый. Вещи, я тоже надеюсь, отыщем. Кстати, у вас были часы? Да. Золотые часы, фирма «Заря», с браслетиком. Муж подарил. Вот сорвал. На линии в эту ночь работало около 6000 машин. Из них у 182 на конце номерного знака 37. Вот их список. За последнюю неделю угонов такси не было. Вот это очень важно. Выходит, грабил таксист, у которого забинтована шея, и номерной знак его машины кончается цифрой 37.
Да, такие приметы не каждый день на блюдечке подают, а? Николай Андреевич, пострадавший утверждает, что когда ее вытаскивали из машины, она сопротивлялась. Значит, в машине наверняка остались какие-то следы, или там, ну, пуговицы, или следы крови на молотке. Нужно осмотреть все машины, какие в списке, и сколько времени понадобится. Хорошо. Дадим вам еще людей. Ну, и ГАИ поможет. Сергей Петрович. Спасибо. Мы будем искать шофера с забинтованной шеей. А если он снял повязку? Ну, по идее, конечно, мог снять. Но все равно какие-то следы на шее у него остались жить. Ну, фурункул там, скажем, или царапина, или ранка. А если он и вправду был простужен? Ангина. Снял повязку, никаких следов. А зачем бы это он с ангиной на работу вышел? Что за трудовой порыв? А если он нарочно шею платком повязал? Чтобы мы искали шофера с несуществующей приметой. Не усложняйте. Громила бьет женщину молотком, а мы готовы приписать ему дальний психологический расчет. Когда бьют молотком по голове, то хотят убить. А мертвый ни о каких приметах не расскажет. Потому что будем ориентироваться на белую повязку. Пожалуйста. Слушаю. Сергей Петрович, это Бабин. Я в 11-м парке. Приезжайте. Такие пуговицы на пальто укладывай. Кажется, такие. Где ты ее нашел? Под передним сиденьем. Еле заметил. Под коврик попала. Оторвалась, когда они боролись в машине. Точно это ее. Пока это можно только предполагать, а не утверждать. Мне тоже кажется, что это ее пуговица. Кажется, понимаешь? А я уверен. Ну что ж, буду рад. Других следов нет? Нет, все осмотрел. А молоток? Молоток чистый, наверное, отмыл. Зажги фонарь. Но зачем нам какие-то отпечатки пальцев, когда есть пуговица от пальто? Так это еще доказать надо, что это ее пуговица. А вдруг чужая? Саша! Ну-ка, смотри. Да, на плафоне есть отпечатки пальцев рук. А говоришь, хорошо осматривал. Вы начальник колонны? Да, я. На этой машине кто ездит? Астахов Семен. А отчество не знаете? Отчество Афанасьевич. Скажите, его фотографии можно как-нибудь получить? Сейчас я... Так отдел кадров уже закрыт. Понятно, жаль. Адрес его у меня есть. Ну и хорошо. Возьмите в больницу пальто, укладывай. Этот плафон и пуговицы отвезите на экспертизу. Хорошо. Следы рук на мензурке, стакане, плафоне, пригодные для идентификации личности. Все они оставлены одним и тем же лицом. Кровь на штукатурке, изъятая с места происшествия, соответствует группе крови потерпевшей.
Укладовый, ГС. Обрывки ниток, имеющиеся на пуговице и на пальто, ранее составляли единое целое. Астахов здесь живет? Вот он, перед вами. Ну, вы проходите, проходите. Я сейчас, извините, по хозяйству. Она сказала, что усов у него нет. И возраст не тот. А сын у вас есть? А как же, вчера родился. 4 800 и 55. Ну, вы проходите. Вероятно, от профсоюза поздравлять меня пришли. Проходите, я сейчас организую. Вы оставайтесь здесь. Хорошо. У нас у Астаховых в роду все богатыри. Вот я, например, родился 5 800, как сейчас помню. Семен Афанасьевич, вы в 11-м парке работаете? Да, машина 11-37. А прошлой ночью вы на этой машине ездили? Да. Вы ее нигде не оставляли? Нет. А что случилось? Мы из милиции. Ночью в вашей машине была ограблена и тяжело ранена женщина. Как вы это можете объяснить? Вы разливаете. Но дела. Под монастырь меня подвел. Кто? Степка. Степка Воронов. Кто такой Воронов? Говорите, ну. Да тут целая история. Жена моя рожать собралась, понимаете? Ну, возраст у меня, сами увидите, а тут первый вы ребенок. Вы что-то не о том говорите. Да нет, о том, о том. В 10 вечера я с линии позвонил жене, у нее схватки, отвез в роддом, а работать не могу, руки трясутся, что делать? Я к Степке Ворону, он в нашем парке работает. Так, мол, и так, выручай, потом рассчитаемся. Он согласился. Значит, вместо вас прошлой ночью на машине 11:37 ездил Воронов? Так точно. Утром он мне машину пригнал, я ее в парк отвел. В котором часу вы отдали Воронову машину? В 11:45. Кто это может подтвердить? Так он сам. Кто еще? Вроде никто. Хотя нет, есть еще один свидетель. Старушка, соседка Воронова. Она мне дверь открывала. Мы с Вороновым в кухне разговаривали, она рядом крутилась. Где живет Воронов? Вот тут, за углом. Придется вам пройти вместе с нами. Пожалуйста, пожалуйста. Вы бы хоть фартук сняли. А, да. Они со старой колодой, хоть один да найдется клиент. Да, да. Здравствуйте, мы к Воронову. Пойдите. Налево первый. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Тут она меня впустила. Ну, вы ее спросите. Здрасте, мамаша. Стучите, стучите. Скажите, пожалуйста, Степан Воронов дома? Уехал утром. Куда? В дом отдыха, в Крым, отпуск у него. Простите. Простите, мы из милиции. Что еще натворил этот уголовник? Ничего я не знаю. И не жена я ему. Вы хоть этой бабки спросите. Бываю у него, ну и что с того? Он сам по себе, я сама по себе. Все. А вы не кричите, гражданка. Назовите, пожалуйста, свое имя. Симухова Зинаида Павловна, что вас еще интересует? Прошлой ночью вы были здесь вместе с Вороновым? Нет, одна была. Почему? Поругались мы, знаете, как бывает.
Они каждый день ругаются. А ты не гавкай. А я попрошу называть меня на вы. Тихо, товарищи. Значит, вы с ним поссорились. А дальше? Ну, тут звонок в дверь, пришел к нему кто-то, он вышел в коридор. Это я приходил, я звонил, я. Вы знаете этого гражданина? Нет, впервые вижу. Ну, поговорил он, может быть, и с ним, не знаю. Вскоре вернулся, взял свой пиджак. Я ему, ты куда? Он только дверью хлопнул. Где был, с кем, что ночью делал, ничего не знаю. Утром вернулся, схватил свой чемодан, я ему с вечера приготовил. И айда. А вы знаете этого гражданина? Нет, не знаю. Мамаш, ну как же, ну я же вчера приходил. Да вы вспомните, ну вспомните, ну вы же мне еще двери открывали, ну я к Воронову приходил. Зачем мне вспоминать, у меня еще склероза нет. Я дверь вам открывала, я вас пустил, но я, извините, вас не знаю. Я просто не имел чести. Значит, вы подтверждаете, что он вчера приходил? Ну я... Спасибо. Вы свободны. Семен Афанасьевич, вы идите домой. В случае чего я вам позвоню. Да, ну, до свидания. До свидания. Так, мне ехать пора, время позднее. Часы Воронов подарил? Когда? Эти? Да, его подарок. На Новый год расщедрился. Разрешите посмотреть? Пожалуйста. А может быть, он вам их только сегодня утром подарил, верно? Сегодня еще чего. Я их уже 3 месяца ношу, не снимая. Да? Что я смешного сказала? Ну, считайте. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Получается 6 месяцев. А вы говорите, носите 3 месяца, не снимая. Куда же еще 3 месяца делить? Арифметика. Ну и что? Считайте, как хотите. Придется эти часы временно у вас изъять. Обыск? Да, обыск. И безотлагательно. Сходи за комнату милиции. Обыскивайте. Мне уже все равно. Расстаться мы решили со Степаном на этот раз окончательно. Я уже и вещички свои уложила. Смотаюсь обратно к себе в Зюзино. И все. Вот постановление об обыске. А мне-то что? Обыскивайте. Я тут не живу. Это он вчера одевал? Да. Это его? Всегда в них работает. Сергей Петрович. Платок Воронова? Ну а чей же? У меня, слава богу, шелковый. Кстати, в какой дом отдыха уехал Воронов? Кажется, Восход называется, или Рассвет, где-то в Алупке. Посмотри. Кто это? А кто ее знает? Это до меня. Мало ли у него там было. Мне еще в Зюзино ехать. Мы вас отвезем. Меня рыжий. Воронов? Сам. Почему вы его назвали уголовником? Он же в тюрьме сидел. Был осужден по 206 статье. Освобожден по амнистии. Интересно. Вещи укладывай пока не найдены, а вот золотые часы, изъятые у Симуковой, укладывай опознала. Опознала. Уже дело. Кстати, запрос насчет укладывай ты в Магадан прислал? Да, конечно, уже пришли ответы. Вот из милиции о том, что она действительно проживает по улице Чехова в доме номер 3 и с работы. С
Сообщаем, что Укладова Галина Семеновна работает на нашем заводе в должности инженера. В настоящее время находится в отпуске начальника отдела кадров Прокопенко. Надо бы им сообщить все-таки о несчастном случае-то. Я сегодня послал телеграмму. А как ты собираешься искать Воронова? Ну, Симукова, он пока не появляется в доме отдыха, где он уже должен быть его. Нет. Значит, отсиживается у кого-то? У кого? Ты говорил, родни у него нет, да? Родни нет, а вот есть одна ниточка тоненькая. А, симпатичная. Дорогому Степе от Тани. Кто такая? Пока не знаю. Вам эта женщина случайно не знакома, Александр Александрович? Ну, как не знакома. Ж, Татьяна, у них со Степой большущий роман был. До тюрьмы. Хороший парень. Не читает. Рыжая дзинка. А сейчас они не встречаются? Степан с Татьяной. Встречаются, не встречаются, это я не знаю. Я в чужие дела не лезу, а по телефону он ей звонит, конечно, когда рыжей нету. Значит, их отношения продолжаются, вы говорите? Я про отношения вам ничего не говорю. Меня чужие отношения не интересуют. Я только слышу, Танечек, Танечек. Телефон-то у нас, вон она, в коридоре стоит. И я, конечно, тоже еще не глухая. Так выходит, Татьяна в Москве живет? Нет, там-то и дело, что нет. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь. Она в области, в пионерлагере медсестрой работает. И вот туда вам ей звонит. А как этот пионерский лагерь называется, вы случайно, конечно, не знаете? Откуда же мне знаете? Костер, кажется. А может, не костер? Уж раз я говорю костер, значит костер. Сколько у нас еще костров осталось? Уже 6 проехали. Еще 5 и все. У нас на все костры бензин не хватит. Наш костер в тумане светит. Ну, куда поедем? Вверх, что ли? Давай вверх и направо. А какую вам Таню-то надо? У нас 3 их в лагере. Вот эту. А, это Таня Сиротина. Ну, и в лагере сейчас нет, она дома, к ней жених приехал. Степан Воронов? Да, он самый. А вы его знаете? Ну, тоже? Как же. А где он сейчас? Ну, где же, у нее дома, в Зеленодольске. Ой, такого хорошего человека наконец встретила. Вы так полагаете? Ну, конечно, с ребенком берет. А каждую неделю приезжает. Значит, у Тани есть ребенок? Да, здесь у нас в лагере. А квартира у нее в поселке. Могу адрес дать? Да-да. Зеленая улица, 66. Честно говоря, не надеялся, что сразу же найдем Воронова. А я сейчас не верю. По законам подлости на дверях окажется замок. Ну, что ж, как в воду глядел. Вы к Тане Сиротиной? Да. А она со Степаном в парк пошла, кино собирались смотреть. Покажи фотографию. Конечно, они. Да. Алексей, учти, у него может быть оружие. Сейчас мы покажем комедию. Я здесь пойду.
О! Вон, вон! Ты чего? Что такое? Это он, задержите его. Да лейтенант Козырев. Тебе мало досталось, сейчас еще врежу. Пойдемте, гражданин. Да ладно, Тань, ты только не волнуйся, все нормально. Пойдемте разберемся. Что произошло? Ты только не волнуйся. Степан, куда ты? Что это значит? Милиция объяснят, что это значит. Там ему все объяснят. Угу. Чего это не хватает нашего Воронова? Скажи спасибо, что все обошлось без шума. Его же милицию повезли. Аккуратно получилось. Вы за Вороном из Москвы прикатили, а мы вам его тут же, как пирог из печки, тепленького. А что он у вас успел натворить? Остановил машину в лесу, вытряхнул водителя, а автомобиль угнал. Но потом, правда, бросил. Товарищ майор, к телефону. Хулиганство чистой воды. Да. Скажите этому парню, что машину его нашли. Целехонькая, пусть заберет в ГАИ. А зачем ему машина понадобилась? Вероятно, по пьяной лавочке покататься захотел. Да нет, покататься навряд ли. Он таксист, на работе катается. Может, у него какие серьезные планы были? У меня фактов нет. Скажите, если не секрет, а что за ним в Москве? Подозревается. Попытки убийства и ограбления. Руки назад. Видишь на шее? И порез не фурункул, а просто родимое пятно. Вот он и прятал под платком свою особую примету. Значит, готовился к ограблению заранее. Ну чего вы стоите? Садитесь. Зачем вы взяли у сиротиной сумку? А вы не догадываетесь? Садитесь. Я один отбирал москвич. Таня даже об этом не знала. Тут нет. Хотя вот это вообще-то похоже. Моя не такая новая. Нет. Вы уверены? Да. Как вы себя чувствуете? Врачи говорят, скоро выпишут. Вам перевод пришел из Магадана. 200 рублей прислали ваши товарищи с завода. С завода? Откуда они узнали? Ну, мы сообщили о вашей беде. Вот же. Какие замечательные люди. Мы же собрали деньги мне. Сергей Петрович, пускай они пока у вас побудут. Мне же они все равно здесь ни к чему. Не боитесь, что потрачу? Да ну что вы. Поправляйтесь. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что ж, Воронов, давайте начнем. Вы шофера Астахова знаете? Семен Афанасьевич, а он здесь при чем? Его в Зеленодольске не было. Давайте условимся. Тем, что вы натворили в Зеленодольске, занимается тамошняя милиция. А мы с вами будем разговаривать по другому делу. По какому другому? Значит, Астахова вы знаете. Скажите, в ночь на 10 июня Астахов приходил к вам домой? Ну что вы молчите? Неужели не помните? Почему не помню? Помню. Приходил Астахов. Жена у него рожать собралась, просил подменить его на машине. А значит, вы всю ночь работали на машине Астахова? Ну да. А почему не выручить? Кого вы возили с вокзала? Куда? Например, с Казанского. С Казанского? Военного одного с женой отвез на Арбат. Женщину одну из Магадана. Откуда знаете, что из Магадана? Сама сказала. Куда вы ее отвезли, не помните? В гостиницу ей надо было. Значит, вы отвезли ее в гостиницу. Да в какую? А не в какую. Шепотная она какая-то. Сначала отказалась чемодан в багажник класть, потом, говорит, поехали в гостиницу, вдруг на полпути, стоп, здесь выйду. Подружка, мол, рядом живет, у нее переночую. Где вы ее высадили? На какой улице? Не улица, это переулок. Как его? Клушин? Нет. Там выбоины еще на проезжей части, под светофором.
Лядов. Лядов переулок. А может быть, все-таки Клушин? Нет. Точно Лядов. Так, ну а когда ее везли, о чем говорили? Так разве упомнишь? Ну, говорила, что машину в Москве хочет купить. Деньги с собой есть. Да, в Магадане вообще народ денежный. А что случилось с этой гражданкой? Видите ли, гражданин Воронов, с ней случилась беда. Ограбили ее в Клушином переулке, ударили по голове молотком. Что вы на это скажете? Значит, я уехала, а ее... Нет. Она заявляет, что ее ограбил и ударил шофер, который ее вез. А везли ее вы. И подозрение падает на вас. На меня? Как же так? И кто-то ограбил, она на меня валит. Да мало то, что она говорит. Видите, Воронов, кроме слов, есть еще и факты. И все они свидетельствуют против вас. Вот давайте разберемся. И, наконец, золотые часы фирмы «Заря». Когда вы их подарили Симуковой? Да не дарил я их. Она сама их на улице нашла месяца два назад. На улице? А Симукова утверждает, что вы подарили их ей на Новый год. Видите, какое расхождение получается. Кому верить? А я эти золотые часы укладывай показал. Она их узнала с первого взгляда. Мои, говорит, часы у меня шофер их с руки сорвал. Ну, гражданин следователь. По-вашему, получается, что я укладу ограбил? Так, по-вашему, получается? Судя по фактам, именно так. А мне плевать на ваши факты! Плевать! Может, вы скажете, что я убить ее хотел? Садитесь. Садитесь. Так. Где спрятали вещи и деньги? Где? Не грабил, не убивал. Так в протоколы запишите. Перевели Укладову в отдельную палату? Да. Предупредил, что будем проводить опознание? Конечно. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Галина Семеновна. Здравствуйте. Я не один. Нас тут целая компания. Входите, товарищи. Входите. Прошу вас, Галина Семеновна, сказать, из этих людей вы кого-нибудь знаете? Вот он! Он бандит! Thank you.
подъезд. Хорошо. МЮ. Я 20-й. Всем постам ГАИ. Задержать ЗИЛ-130 траллер. Номер 3494 МЮ. В кузове преступник. Остановитесь. Сбежал. Побег о чем свидетельствует? Мы имеем дело с опасным преступником, и неизвестно, что он еще может натворить. Какие меры принимаются к розыску? Посты милиции и ГАИ оповещены. Организуем засады у квартиры Воронова, Симуковой, в Зеленодольске. Начальнику розыска выделить людей. Хорошо. Василий Михайлович, возьми операцию под свой контроль. Хорошо. Все свободны, товарищ. Да, я помню. Скорее всего, он деньги спрятал у Сиротина и явится за ним. Куда ему без денег? Так мы что, обувь сделали? Но мы же искали в доме, а он мог спрятать на участке. Как же я не догадался, что он в окно может сигануть? Ну, ладно, самокритикой потом займемся. Здравствуйте. Стой! Садись. Оплатить кто будет? Милиция заплатит. Прощай же, свобода. Опять начинается сумрак тюремных ночей. Почему вы решили вернуться? А что, я тамбовский волк, чтобы по лесам прятаться? Обижали тогда. Зачем? Недвижки сдали. Выражаясь по-научному, бежал в состоянии аффекта. Веселый вы сегодня. Когда пробежишься, тонус поднимается. Врачи не зря рекомендуют бегать. Ну, приятно, когда человек в хорошем настроении. Садись. Значит, сегодня темнить не будем. Во всем признаемся. Да? А мне признаваться не в чем. Невиновен я. Если невиновен, зачем же вы из-под стражи-то бежали? Вас же застрелить могли. Могли. Ну и где логика? По-вашему, нет логики, а по-моему, есть. Вам моей логики не понять. Только я невиновен. Почему раненая опознала именно вас? Не знаю. Вы же сами сказали, что ее молотком по голове стукнули. Может, она ненормальная стала? Здравствуйте. Товарищ следователь, что еще случилось со Степаном? Ничего не случилось. А с чего вы взяли? Да он мне сам сказал. Когда? Сегодня позвонил в пионерлагерь в обед из дому.
Проходите. Спасибо. И что же он вам сказал? Он мне сказал, что его обвиняют в каком-то страшном преступлении, но что он ни в чем не виноват. Я ему говорю, приезжай немедленно, а он говорит, не могу, и повесил трубку. Я перезвонила ему домой, а соседка сказала, что он уже уехал. Так зачем же он в сущности звонит? Ну как зачем? Чтобы сказать, что он ни в чем не виноват. И все? Да, все. Проходите. Ой, я прямо извелась вся, пока к вам доехала. Ведь если Степана обвиняют, то почему же вы отпустили? А если его не отпускали, то как он оказался у себя дома? Татьяна Акимовна, Воронов бежал из-под стражи. Успокойтесь, он уже вернулся. И теперь его обвиняют в побеге? Почему вы молчите? Я уже третий раз с вами встречаюсь, вы мне не говорите, за что арестовали Степана. Татьяна Акимовна, гражданин Воронов подозревается в ограблении женщины, которую он вез в такси, а также в покушении на убийство. Как вам не стыдно такое говорить? Это неправда. Нет, это все неправда. К сожалению, Татьяна Акимовна, правда. У нас есть все улики и доказательства. Часы пострадавшей, например, были найдены у Симуковой. А их ей подарил, как она показала, Воронов. Пусть улики, пусть доказательства. А я знаю Степана. Он не мог этого сделать, понимаете? Не мог. Вы бежали для того, чтобы позвонить Сиротину. Почему вы мне об этом ничего не сказали? А вы бы мне поверили. Или, может, телефончик дали отсюда позвонить? Ну, а если серьезно? Если серьезно, здорово меня на первом допросе ошарашили. Я потом всю ночь думал, прикидывал. Все против меня. И часы, и пуговицы, и отпечатки, ну все. А тут еще это ненормальное на меня показало. Ну, хорошо, вы поняли, что улики против вас. А Сиротина-то зачем бросили звонить? А Татьяна для меня знаете что? Виноват я перед ней. Мы познакомились, когда я из армии пришел. Она замужем была. Ушла от мужа, мне поверила. Жениться собрались. А я, подонок, вместо свадьбы в тюрьму загремел. Пил я тогда крепко. Татьяна, конечно, обиделась. Я из лагеря пишу, она не отвечает. Вернулся, а ее вообще в Москве нет. Потом разыскал. Стал просить опять выйти за меня. Она вроде бы согласилась, а я, выходит, опять в тюрьму. Но должен я был ей сказать, что я ни в чем не виноват. Интересно у вас получается. То по пьянке под суд попадаете, то трезвый, чужую машину угоняете. Да не угонял я. Ну а что же вы сделали? Девочка в пионерлагере заболела, аппендицит. Надо было срочно ехать в больницу. Но выскочил я на дорогу, туда-сюда, ни одной машины. Вдруг этот пижончик едет. Я прошу помочь, а он говорит, у меня свои дела, личные. Но вытряхнул я его из москвича. Вернулся в лагерь, а девочку уже увезли на другой машине. А москвич куда дели? Ну, сразу поставил у ГАИ. Какой же это угон? А почему Сиротина об этом ничего не знала? Ну, а что рассказывать-то? Девчонку-то все равно не я спас. Да нет, я понимаю, дурацкая, конечно, история. Но невезучий я человек. Хотел девочку спасти, хулиганом стал. Хотел Астахова выручить. К вам попал. Вы попали сюда не потому, что хотели выручить Астахова.
а потому что подозреваетесь в ограблении Укладовой. Мое, как это получается? Что? Да ночью Воронов грабит женщину. Пытается ее убить. А на следующий день бросается спасать незнакомую ему девочку. Да. Как это уживается в одном человеке? А вот так и уживается, брат, как разные люди в коммунальной квартире. Ну, погоди. Ему после грабежа думать о своей безопасности. А в этой истории с москвичом он словно старался привлечь к себе внимание милиции. О, вот тебе ответ. Он именно старался. Ведь ему выгоднее сесть за угон машины, чем за грабеж, так? Если бы это было так, он попытался бы сам угодить милицию. А не ждал бы, пока тот парень случайно встретит его в кино. Странно. Странно ведет себя Воронов. Слушай, что ты находишь сложность в простых вещах? Ограбил Воронов. И это главное. Эй! По-моему, горим. Братцы, горим! Братцы, горим! Зинаида, там тебя спрашивают. Кто? Не знаю. Три кофе. Я сейчас. Кто меня тут спрашивал? Я. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Семукова, я Таня Сиротина. Нам о Степане нужно поговорить. Явилась. Пожаловала. А я-то дура, думаю, кому же это он каждое воскресенье ездить повадился? Зачем подлая ко мне пришла? Зин, вы знаете, Степан арестован. Он ни в чем не виноват. Вы же сами знаете Степана. Его спасать нужно, слышите? Спасать нужно. Не ори, дура. Люди рядом. Иди сюда. А теперь меня слушай. Хотела получить Степана? Хотела? Вот и получила. Ешь его теперь. Хоть солью, хоть с перцем. Сел в тюрьму, значит, заслужил. Поняла? Вот так. Вот ты его и спасай. А я тут ни при чем. Новое дело, а? Может, вы вместе чего натворили, а? Зина, и то вы говорите. Ну, зачем вы так? Я же понимаю, мы обе женщины. Ага. Ну, выслушайте меня. Да нет уж, я и слушать не буду. Следователь говорит, что у вас часы золотые, что вам Степан их подарил. А Степа говорит, что вы их на улице нашли. Для Степана это очень важно, поймите. Следователь говорит, что Степан женщину ограбил, убить ее хотел. И часы у нее отнял. Степан убить хотел? Дурак же твой следователь. Спасать нужно Степана. А часы — это главная улика. Где вы их взяли? Ну, где взяла — это мое дело, мои часы. И вообще, я не желаю участвовать в этом деле. Все. Кончен разговор. И вообще, что он с тебя нашел? Ни рожи, ни кожи. Войдите. Можно? Галина Семеновна. Здравствуйте. Ходите. Здравствуйте. Надоело в больнице. Потом неудобно. Вроде бы здоровый человек, только место занимаю. Ну, вот так и объяснила главврачу. Видите, выписали. Ну, Галина Семеновна, я рад. Посмотрите, на плаще никаких следов не осталось. Нянечки постарались. Отстирали. Здравствуйте. Прости, пожалуйста, я посоветовался по одному делу. Да, вы очень кстати, знакомьтесь. Укладова. Галина Семеновна. Здравствуйте. Что, уже выписались? Не рановато? Да нет, домой поеду. Все равно путевка пропала. Потом и денег осталось только на обратный путь. Ну, домой хочу. Понятно. Присаживайтесь. Галина Семеновна, 200 рублей, которые вам прислали товарищи из Магадана. А здесь, пожалуйста, вот, распишитесь. Давайте, да. Спасибо. Пересчитайте деньги. Сергей Петрович, вы в прошлый раз говорили о какой-то справке.
А, да, похищение документов. Вы без справки паспорт не получите. Ой, хорошо, что вспомнила. Да, Сергей Петрович, ты оформи, пожалуйста. А домой самолетиком? Нет, что вы, поездом. Самолетом боюсь. Выходит Воронов. К себе в комнату так и не заходил? Нет, он как прибежал сразу к телефону и стал своей Татьяне звонить. Может, Симуковой? Я еще не глухая, я говорю к Татьяне. А о чем они разговаривали, случайно не слышали? И слышать нечего было. Он говорит, меня в чем-то обвиняет, я ни в чем не виноват, и побежал. А внизу его такси ожидало. Откуда вы знаете? А с балкона. Случайно увидела. Так что, он от вас так и бегает до сих пор? Нет. Сам вернулся. Сам? На него похоже. Шалопутный. Чайку выпьете? Не откажусь. В мире животных. Вот вы говорите, хорошо Воронов знаете. Ну, конечно, он же в этой квартире родился при мне. Мать его я сохранила. Ну, а как вы думаете, мог Воронов совершить серьезное преступление? Степка, он же не пьет. Ну, разве трезвый не совершает преступление? Нет, Степка не способен на преступление. Это рыжая от его Зинкой. Это могла бы. Она у меня сколько раз стиральный порошок в кухне отсыпала. А тут я однажды... Погодите, прихожу... Оксана Алексеевна, я же не про Симукову спрашиваю. За что Воронов сидел в тюрьме, вы знаете? Ну, как же. За превышение обороноспособности. Что? А вы хотите сказать, за превышение необходимой обороны? Ну, я и говорю. Воронов был осужден за хулиганство. Какое же это хулиганство? На него один пьяный бугай полез. О, вот такой вот. Да еще с бутылкой. А Степан сам хмельной был. Бутылку-то вырвал, да стукнул того. Да так, что тот потом 3 месяца в больнице опохмелялся, а Степану дали срок. И вот с тех пор он хмельного в рот не берет. Значит, вы считаете, что он не способен совершить преступление? Он собаки не обидит. Уж на что стоило бы эту вот Зинку его рыжую проучить? Ведь у нее хахаль. Степан ее пальцем не тронул. А чего это вы ее все время рыжей-то называете? Ведь она же светлорусая, Александра Алексеевна. Верьте ей, она вся рыжая. Она светлорусая, только притворяется. Ну а что собой представляет Воронов как человек? Ну что представляет? На работу он не опаздывает. Да, за машиной следит. Это производственная сторона. Как он с людьми? А никак. Общественной работой он не занимается. Я не об этом. Как он в общении с людьми? Да какое общение? Он не пьющий. Гордый какой-то. Ну, а что говорят в парке о преступлении? Откровенно? Ну, конечно. Не очень верят в эту историю. Говорят, что это на Степана не похоже. А вы как думаете? А ну что я? Я как все. Ты закончил расследование по делу Воронова? Да не торопи ты меня, ну. Не понимаю. Таня, да? Отправь поскорей. Хорошо. Срок истекает. Ты знаешь, чем больше я занимаюсь этим делом, тем больше для меня неясно. Ну ты всегда умудряешься находить сложности в самых простых делах. Кто тебе не ясно? Улики налицо. Укладова его опознала. Что тебе еще надо? Почему ни товарищи по работе, ни соседка, которая знает его с детства, ни Сиротина, никто из них не верит, что он мог совершить ограбление? Хочешь? Да ну. Потому что мы имеем дело со осмотрительным, изворотливым преступником. Ну тогда скажи, почему этот осмотрительный преступник так неосмотрительно оставляет нам такую лику, как часы у Симуковой? Ну, кто не ошибается. Дальше. Ну? Зачем вот он такой изворотливый, ведет себя на допросах так, словно нарочно решил давать показания против себя? Например? Но зачем он сразу признал, что вез женщину из Магадана?
Он же не знал, какие у нас есть доказательства. И главное, зачем он на первом же допросе сказал, будто знал, что у нее с собой есть деньги на покупку машины. Это же истинный мотив преступления, он сам нам его выкладывает. Где ж тут изворотливость? Ага. Ну, хорошо, хорошо. Он не изворотливый, не осмотрительный, не опытный, но ограбил. Ну, тогда скажи, каким образом этот неопытный, неосмотрительный новичок проводит ограбление так, что нигде не оставляет ни одного своего отпечатка? Погоди, ты что, полагаешь, что кроме Укладова и Воронова был кто-то еще? Третий? Таких данных у меня нет. А, ну, знаешь, ты способен запутать и себя, и меня. Здравствуйте. О, ничего, что я так рада. Добрый день. Добрый день. Я вас не вызывал. Пришли что-нибудь рассказать? Угадали. Проходите. Садитесь, пожалуйста. Слушаю. Помните, вы о часах меня спрашивали? Так вот, наврала я вам так. Ну, я знал, что вы мне говорите неправду. Нет. То есть, ну, не то, чтобы наврала, что часы мне подарили на Новый год, это точно. Только не Степан, а другой человек. А Степана я набрала, что нашла их на улице. А он, дурачок, поверил. Другой, да. А кто именно? Ну, кто другой, вас это не касается, другой и все. Не ладили мы со Степаном. А тут еще за мной стал один ухаживать. Солидный. Вот он-то мне и подарил часы. А, гражданка Симукова, если бы вы хоть сейчас говорили правду, мне нужно доказательства, а не слова. Господи, да пожалуйста, я как только узнала, в чем Степан обвиняется, тотчас пошла к тому человеку, а он у меня аккуратный. Он достал из стола вот эту коробочку, а в ней паспорт. Вы поглядите. От кого узнали, в чем обвиняет Воронова? От Сиротины? От нее сама пришла. Так что, товарищ следователь, часы куплены в магазине, в пассаже. И на Степанова напрасно. Ни у кого он часы не отнимал. Господи, да он скорее свое отдаст, нежели чужое возьмет. Да. Номера сходятся. Ха, еще бы. Вот этот платок мы тоже изъяли при обыске. Вы не помните, как он очутился в ящике с бельем? Почему не помню, я его туда бросила. Когда? Утром? Вечером, когда Степан куда-то убежал. А почему вы уверены, что сделали это именно вечером? Господи, я же вам говорила, что в тот вечер мы с ним поругались. А у Степана такая привычка. Он когда нервничает, платок наматывает на кулак. Когда он убежал, я увидела смятый платок на полу, подняла и бросила его в грязное белье. Значит, этот платок в ту ночь не был у Воронова? Я же говорю вам, нет. Да, одна улика уплывает за другой. Ну, с часами Укладова могла ошибиться, часы все одинаковы. А вот версия с платком – моя ошибка. Но главное-то все-таки остается. Укладова вез именно Воронов, он это признал. Они были вдвоем, Укладова ограблена, значит, кто же ее ограбил? Воронов. Больше некому. И сама Укладова опознала его. Сама. Чемодан Укладовой. Его нашли недалеко от Клушина переулка, за забором в кустах. Мне участковый позвонил. Вещей в нем не было. А почему ты думаешь, что это ее чемодан? Эксперт обнаружил на замках отпечатки Укладовой. И Воронова тоже? Нет. Его отпечатков нет. Опять нет его отпечатков. А ведь по логике, он должен был открывать его последний. Где его нашли? В Лядовом переулке. В Лядовом?
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а где ж тут Лядов? Лядов переулок вот прямо, направо и налево. Налево. Спасибо. Поехали в Лядов. Где тут Лядов? Тут рядом, прямо и налево. Нельзя тут налево. Да плевать, Воронов хотел на эти знаки. Как же он тут проехал? Траншея. Здесь давно перерыто. Еще с весны. Ну и как же ты тут проехал? Я же из управления ехал, с той стороны. Скажите, а как нам проехать в Лядов переулок? Только оттуда. Иначе нельзя. А здесь вам большой крюк придется делать. Где ж твой забор? Вот. Давай сюда. Вот здесь нашли чемодан. А укладку где нашли? Вот за теми сараями здесь метров 200. Слушай, Алеш, тебе не кажется странным, что Воронов делает на машине такой большой крюк, а сам выбрасывает чемодан почти рядом с местом преступления? Ну, если так, машину оставил подаркой, а чемодан притащил сюда пешком. Ночью человек тащит чемодан, а вдруг милиция? Это рискованно. Да нет, и машину он не стал бы оставлять там, где ограбил. Что-то я не понимаю. К чему вы клоните? Не выбрасывал Воронов этот чемодан. Значит, по вашему укладу ограбил кто-то другой? Не было никого другого и никакого ограбления не было. А вот что было. Так ты что, предполагаешь, что она сама себе пробила голову, так что ли? Зачем пробивать? Удар скользящий, крови много, опасности для жизни никакой. Ну, допустим. Но чемодан нашли пустым. Куда девались вещи из него? Не было вообще никаких вещей. Она села в такси с пустым чемоданом. И весь план был продуман заранее. Ну, предположим. А зачем все это ей понадобилось? Она что, мстила за что-нибудь Воронову, что ли? Пока не знаю. Слушай, ведь на такое могла решиться только бывалая, опытная преступница Укладова, приличная женщина, инженер,
Ты же сам делал запрос о ней в Магадан. Я запрашивал именно об Укладовой, а не об этой особе. Так ты полагаешь, что это вообще не Укладовая? Слушай, дай мне на денек слетать на юг. Я тебе отвечу на все вопросы. Здравствуйте. Вы меня вызывали, я Укладова. Вот товарищ из Москвы, он вами интересуется. Здравствуйте, Галина Семеновна. Так я вас оставлю. Моя фамилия Митин. Я следователь. Скажите, пожалуйста, Галина Семеновна, вы сюда прибыли из Магадана? Да. А в Магадане вы проживаете по адресу улица Чехова, дом номер 3, квартира 25? Да. А что случилось? Ничего особенного, не волнуйтесь. Скажите, пожалуйста, Галина Семеновна, из Владивостока до Москвы вы ехали поездом? Да, я не переношу самолета. Понятно. Вот эта женщина вам знакома? Да. Это Плетнева Лидия Васильевна. Мы вместе с ней ехали из Владивостока. Я уверен, что до приезда в Москву она совершила серьезные преступления. Поэтому и хотела скрыться от милиции в больнице. Конечно, но главное, ей нужна была справка о похищении документов. Ведь это же не чужой паспорт, не липа, а справка, выданная московской милицией. Мы ей в этом помогли. Да, баба. Что же он такое натворил, до того, как попало к нам? Я попросил проверить по картотеке. Перед Вороном надо будет извиниться. Татьяна! А! Тань! Да. Встречай, тебе гость. Ко мне? Да. Подождите, я сейчас вернусь. Хорошо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть билеты на среду на рейс 39-36 до Владивостока? В среду нет, есть четверг. Ну, хорошо. Ваш паспорт. Пожалуйста. Укладова Галина Семеновна. Угу. На железнодорожный вокзал. Побыстрее, пожалуйста. На скорый поезд номер 20. Сообщение Одесса-Ленинград. Отправление поезда в 10:49. Состав поезда. Пожалуйста, второй купе. Спасибо.
Здравствуйте, Галина Семеновна. Сергей Петрович? Вот так встреча. Да, я тоже давно ждал этой встречи. С той самой минуты, как понял, как ловко вы провели меня. Я вас? О чем вы говорите? О том, как вы инсценировали ограбление. И чуть-чуть не упекли за решетку Воронова. Это ужасно. Это ужасно. Я не сомневалась, что вы меня разоблачите. Но у меня не было другого выхода. Сергей Петрович, я вам сейчас все честно расскажу. Когда я уезжала из Магадана, мои товарищи по работе попросили в Москве сделать кое-какие покупки и забрали мне 4000. А я эти деньги потеряла. Вы представляете, потерять чужие деньги? У меня не было другого выхода. Я вынуждена была инсценировать это ограбление. Я согласна понести любое наказание. Сергей Петрович, я очень виновата перед вами. В прошлый раз у вас убедить не получилось. А теперь послушайте меня. Несколько месяцев назад на строительстве под Иркутском пропал кассир. Некто Худякова, Валентина Николаевна. Это случилось в день зарплаты. И вместе с кассиром исчезли 35 тысяч рублей. Вскоре удалось установить, что Худякова – это неоднократно судимая Позднякова. Она же Кузяева, она же Плетнева. Рассказывать дальше? Да, конечно. Это очень интересно. Вот, вскоре эта особа приехала в Москву. Она понимала, что ее разыскивают, и что ей необходимо обзавестись новыми документами. Интересно, верно? Сюда нельзя, папаш, попозже. Хорошо, попозже. Таким образом, она осуществила свой план и исчезла из Москвы. Стала мотаться по городам в поисках своих дружков. А дружков-то нет. Мы их приютили. Все выведал начальничек. Все вынюхал. Только доказательств у тебя нет, что эту кассу я взяла. Откройте ваш чемодан. На, проверяй. Обыскивай. Шмонай. Ну? Да не этот. А вот тот, который наверху. Достаньте-ка его. Тебе надо, сам и доставай. Пройдите, пожалуйста, в купе. Открывайте. Сам откроешь. Вот и доказательство.